Барев Дзес, здравствуйте! Меня зовут Джульетта, и я рада вас приветствовать на своей кухне. Сегодня мы будем с вами готовить традиционное армянское национальное блюдо хапама. Хапаму подавали на свадебный праздничный стол, чтобы показать достаток семьи. Нам понадобится тыква, мед, рис, молотая корица, сливочное масло, курага, чернослив, изюм белый, изюм черный, грецкий орех и кешью. Первым делом мы сварим с вами рис. Количество риса зависит напрямую от размера вашей тыквы. Рис варим 7-10 минут до полуготового состояния. Сейчас мы с вами промоем холодной водой рис. Из верхушки мы делаем крышечку нашего горшочка тыквенного. Чистим нашу тыкву. Выскабливаем все внутри, семечки и лишние волокна. Внутри обмажем нашу тыкву, горшочек, сливочным маслом. Сейчас мы будем с вами собирать наши сухофрукты. Все можно на глаз. Также это зависит от размера вашей тыквы. Орешки добавляем. Грецкий орех. Добавляем пару ложечек корицы. Сейчас в наши сухофрукты мы добавим мед. И все хорошенько перемешиваем. Мы все будем начинять слоями. В первую очередь добавляем рис. Теперь сухофрукт. Второй слой риса. Для сочности мы можем еще добавить сливочного масла. Также последним слоем мы выкладываем наши сухофрукты. Смазываем нашу красавицу медом для того, чтобы она обрела красивый цвет в духовке. Ставим нашу красавицу в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов. Бари Ахожак. Приятного аппетита!